Друзья, всем привет, и вы на канале Дикий Лось. Сегодня в видео хочу поделиться с вами одним упражнением для здоровой спины и ровной красивой осанки. Упражнение родом из Японии и называется «Золотая рыбка». Создатель упражнения Кацудзо Ниши в детстве очень часто болел, и в определенный момент времени он начал улучшать свою физическую форму. В ходе изучения своего тела он пришел к выводу, что все процессы в организме взаимосвязаны. И был прав. Так он разработал уникальную технику для здоровья спины, которая популярна много лет и помогает тысяче людям на земле. Упражнение направлено на комплексное укрепление, оздоровление позвоночника, выравнивание осанки и профилактику многих других заболеваний. Ну а самое главное, что упражнение очень простое, оно может применяться в любом возрасте и независимо от вашей физической подготовки. Как и перед любым другим видом физической активности, перед началом упражнения нам необходимо провести легкую разминку. Чтобы правильно сделать упражнение «Золотая рыбка», важно понимать, что движение очень схоже с движением рыбы в воде. Принимаем исходное горизонтальное положение. Лежа на полу, носки тянем на себя, руки вытягиваем над головой и в таком положении находимся 10-20 секунд. Затем руки кладем за голову и работаем только ногами, удерживая их ровно и скользим как рыба в воде, имитация движения хвостом. Также выполняем 10-20 секунд. Затем те же движения влево и вправо, но только верхней частью тела. 10-20 секунд. И движение вправо-влево бедрами. 10-20 секунд. Если мы говорим о здоровье спины, то здесь нельзя пройти мимо массажного тренажера DrevMass. DrevMass – это простой эффективный массажер для профилактики и лечения заболеваний позвоночника. Можно использовать три положения – поясничный, грудной и шейный отдел позвоночника, или 5 положений при увеличении нагрузки. Ролик с шипами способствует наилучшему кровоснабжению к проблемным местам. Тем самым он позволяет увеличить нагрузку и получить больший эффект от тренировки. Можно выделить 4 основных принципа эффективности массажера DrevMass. Плавное растяжение позвоночника за счет роликов разного диаметра. Выводит мышцы из хронического спазма, что на 80% боли в спине связано со спазмированием мышц. Возможно сделать массаж на DrevMassе каждый день, что и приносит основной результат здоровью спины. Улучшение кровообращения в околопозвоночных зонах, обеспечивая правильное питание хрящей и межпозвоночных дисков. Массажер неприхотлив в использовании и долговечен. DrevMass – это инвестиция в свое здоровье, потому что с этим массажером ваша спина всегда будет в форме. Затем мы переходим к самому выполнению упражнения «Золотая рыбка» и выполняем движение уже комплексно всем телом. Скользим, имитируем движение рыбы в воде. Если вы не чувствуете дискомфорт и болевые ощущения, то я советую выполнять это упражнение в большей амплитуде. Постарайтесь выполнять это упражнение 30 секунд. Затем сделайте отдых и повторите 3-4 раза. Со временем вы сможете увеличить время выполнения. Польза от упражнения «Золотая рыбка»: оно разгружает позвоночник и создает декомпрессионное воздействие на межпозвоночные диски. Восстанавливает и улучшает кровоток, повышает тонус сосудов, нормализует давление, высвобождает зажатые нервные окончания, снимает боли в спине, улучшает моторику кишечника и обеспечивает общеукрепляющее воздействие на весь организм. Отлично. Желательно по этой методике выполнять 2 раза в сутки. Сразу после пробуждения и незадолго до сна. Итак, если правильно выполнять упражнения, то первые улучшения можно уже наблюдать через 1-2 недели регулярных занятий. Само по себе упражнение не является волшебным. Секрет кроется в его регулярности и освоении правильной техники.
Ну а с вами был Дикий Лось. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и будьте здоровы. Всем пока и до скорых встреч.